Здравствуйте, это «Кабинет русского языка», рубрика для тех, кто хочет говорить правильно. Как часто вы слышите слова «ихний», «ихняя» или «ихние»? А есть ли они в русском языке? Узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, Вера Евгеньевна. Здравствуйте, девочки. Вера Евгеньевна, вы смотрели фильм «Место встречи изменить нельзя»? Конечно, смотрела. Не один раз. Мы тоже вчера с папой смотрели. И столько речевых ошибок заметили. Да, помнишь, как мы удивились, когда услышали, что один герой сказал слово «ихний»? Ну, был бы я ихний стукач. Ну, заставили меня менты Ане позвонить. Ну, разве позволили они мне к вам сюда свалиться? Вера Евгеньевна, вы же говорили нам, что слова «ихний» в русском языке нет. А в фильме так говорится. Мы даже словарь Ожегова смотрели, и там тоже есть слово «ихний». А вы не заметили помету просторечия? Это слово встречается даже в классической литературе, но в описании разговоров крестьян. В северных говорах можно было услышать «ихный», а в восточных – «ихной». Людям малограмотным простительно использование слова «ихний», но любой образованный человек должен говорить только «их». Давайте просклоняем это местоимение. Именительный падеж «на меня лаяла» – «их собака». Родительный падеж «в будке не оказалось» – «их собаки». Дательный – «корм принесли» – «их собаки». Винительный – «мужчина разозлил» – «их собаку». Творительный – «дети играли» – «с их собакой». Предложный – «дети разговаривали» – «их собаки». Вера Евгеньевна, какие есть еще просторечные слова, которые образованным людям употреблять нельзя? Наряду со словом «ихние» филологи считают непростительной такую ошибку, когда говорят «за место», а не «вместо». За место рыбы она угостила гостей грибами. Я пойду за место тебя на день рождения. За место черного хлеба он купил белый. А разве за место и вместо это не одно и то же? Слово «за место» в русском языке в значении наречия не существует. Но в остальных случаях можно говорить только «место». Из простонародной речи в русский язык пришли и многие фразеологизмы. К примеру, в том же фильме «Место встречи изменить нельзя» встречается известное всем крылатое выражение. Да ты что, Шарапов, белины объелся? Ничего я не объелся. Ты что, белины объелся? Так говорят, когда сильно удивляются поступку или мнению другого человека. Значение выражения понятно. А вот что такое белина? Белина – это обычный сорняк, но ядовитый. Если его съесть, то через некоторое время могут возникнуть симптомы, похожие на умопомешательство, вплоть до потери сознания. Поэтому про людей, совершающих глупые поступки, или чудаков, часто говорят, он белины объелся. Ну а на сегодня это все. Говорите на родном языке правильно. Увидимся.